Глава региона открыл памятник святителю Николаю Японскому в деревне Береза Оленинского муниципального округа. Священнослужитель родился и вырос на этой земле, а затем стал основателем православной церкви в стране восходящего солнца. Участие в торжественной церемонии приняли губернатор Игорь Руденя, генеральный директор телеканала «Спас» Борис Корчевников, представители духовенства и другие почетные гости. Подробности у нашего корреспондента. На открытии монумента святителю Николаю Японскому в деревне Береза Оленинского муниципального округа собрались жители окрестных сел и деревень. Все помнят и чтят память своего земляка. Инициатива установки памятника на родине святителя Николая принадлежит телеканалу «Спас» под руководством Бориса Корчевникова. Он же 20 лет, придя в Японию, никого не мог, почти 20 лет никого не мог привести ко Христу. А в результате, когда он ушел из этой жизни, больше 30 тысяч японцев, огромная японская церковь, просто ее не было, и вот она появилась. Это колоссальный труд, колоссальная вера. Автор монумента – член Союза художников России Кирилл Корюхин. Как рассказал скульптор, памятник создавался на протяжении 3 месяца и 10 дней. Иногда работа шла даже ночами. Вдохновил на образ художника сам святой. Святитель мне вообще приснился. И я решил его сделать маленького. Мы не планировали делать большой памятник, хотел маленького сделать. Но потом как-то все переросло. И мы сделали уже большого. Силу он дал мне точно. На прилегающей территории в дальнейшем будет создан небольшой сад в русско-японском стиле. В торжественной церемонии открытия монумента принял участие глава региона Игорь Руденя и другие почетные гости. Духовными учениками святителя были многие японские общественные деятели. И вы знаете, это действительно огромный труд для того, чтобы вот эта наша православная церковь, это любовь, это возможность общения с Богом, с людьми, оказалась в сердце людей, которые не просто живут по-другому, а у которых вообще совершенно другая философия, другая ментальность. Чин освящения памятника совершил епископ Ржевский и Торопецкий Адриан. Кроме того, в поселке Мирном расположен первый в России храм, посвященный равноапостольному Николаю Японскому. Он появился в 2003 году. После открытия памятника Игорь Руден и другие почетные гости посетили его. Настоятель храма рассказал, что планируется создать целый мемориальный комплекс, посвященный святителю. У нас план действительно хватит на 2 поколения людей вперед, и здесь планируется сделать не просто памятник поставить, а настоящий мемориальный комплекс, в котором будет место всей биографии святителя, начиная от простой деревенской избы, в которой он родился, и кончая японской землей, где он просветился в качестве равноапостольного. Местные жители, а также жители окрестных районных центров поддерживают такую инициативу. Они помнят и чтят память великого земляка и в наши дни. И создание таких памятных мест на родной земле для них целое событие. Конечно, важно. Для меня так особенно. Я здесь родилась. Церковь моя тоже здесь рядом. Крестилась здесь. И он тоже жил здесь. Такое событие происходит не так часто. И в России это... Он же как бы второй по значимости. Это равноапостольный. Поэтому для нас это очень большое событие. Все даты, да, которые связаны с ним, все отмечаются. Проходит служба в храме. Почитают. И у нас Нелидовы тоже знают о нем. Николай Японский родился 1 августа 1836 года, окончил Смоленскую духовную семинарию. После был отправлен в Японию в качестве настоятеля церкви при русском консульстве. Проповедовал православие и знакомил японцев с русской культурой. Наследием стали десятки храмов и более 250 приходов, сформировавших основу японской православной церкви. Скончался в 1912 году. В 1970-м причислен к лику святых. В Японии святитель почитается как великий праведник.